Мусульмане. Они должны в платьях до пола ходить. Они всю жизнь будут жить здесь. Это положено так. Наши с чем ассоциируются? Бегают все с автоматами, друг друга убивают. А то, что можно наукой заниматься, это не для нас. Тебе нужно в 2-3 раза больше делать и лучше делать, чем мужчины. И они тебя начинают воспринимать как ровно. Если есть уверенность в своем собственном предназначении, нужно отвоевывать свою свободу.